Город окончательно проснулся после зимы. Весь апрель в Барнауле проходили чистые четверги. Вывезено 400 машин с мусором. К весенней санитарной очистке присоединились более 40 тысяч человек. Более 200 единиц техники сегодня выделено для того, чтобы обеспечить своевременную вывозку нашего накопившегося мусора. Ну а всем барнаульцам огромное-огромное спасибо за то, что они приняли участие. Очень активное участие, видно по городу. Чиновники, работники торговли, промышленных предприятий, студенты и просто неравнодушные жители города. Сегодня на общегородской субботник вышли 35 тысяч жителей города. Настроение нормальное, приподнятое, как были в старые времена. Это был субботник, был большой-большой праздник. Вот. Но, тем не менее, он свою актуальность не теряет, поэтому всегда в этот день у всех приподнятое настроение. Я вообще с детства люблю это мероприятие, общегородские субботники, потому что именно после этого любой населенный пункт, в том числе город Барнаул, он становится чище, он становится красивее. Несмотря на то, что общегородской субботник уже прошел, в Барнауле продолжат наводить порядок и в ближайшее время проведут еще один субботник. Ирина Корчагина, «День с толком».